Здравствуйте, Юрію. Скажіть, ви перетнули так звану олімпійську межу на дійсно патріотичному човні. Він був жовто-блакитний, розмальований козаком з оселедцем та з булавою. Хто автор ідеї, хто робив цей човен? Ну, сам дизайн, как бы, это мы делали с девушкой моей, а, ну, как бы, сама идея, это моя, мне хотелось что-то, скажем так, что-то весомое такое сделать для, не просто, как бы, для спорта, для разрисовки, но и для страны, чтобы как-то вдохнуть в лодку саму, как-то жизнь, какую-то душу в нее вдохнуть. Говорять, що Ріо достатньо небезпечне місто. До речі, там побили бронзового призера з дзюдо з Бельгії. Як вам жилося в Ріо-де-Жанейро? Ну, достатньо таке екзотичне місце, на самом деле. Там без спеціальної підготовки так просто не прожити, тому що дуже кримінально. І навіть доходили случаи, що вот как вы слышали, что побили призера, даже были такие случаи, что прямо под, прямо, скажем так, под центральным входом полиция та же самая, там, или милиция, ну, нету милиции, они заламывали руки, опустошали карманы и убегали. Ви вже двократний олімпійський чемпіон з одиночної греблі на каное та живете у місті біля моря. Чому тренуєтеся не в Одесі? Это очень, кстати, правильный, верный вопрос. Потому что парадокс заключается в том, что при наличии таких водоемов, такой акватории в Одесской области, мы ездим тренироваться за границу. Вот у нас есть, к примеру, база на 14-м километре, которая уже готова к использованию, к эксплуатации. Там есть тренажерные залы, там есть корт теннисный, там есть футбольное поле, там есть эйлинги и гостиница. Единственное, что нужно немножко нашим чиновникам натужиться и туда вложить немного денег в реконструкцию этого всего. И можно тогда не вывозить деньги с Украины, а вкладывать их в нашу страну и в наше развитие. То есть эти деньги будут оставаться в стране и приносить доход нам же. Зовсім нещодавно закінчилася параолімпіада. Наші отримали третє місце, це рекорд країни. Олімпійські ігри зовсім іншою різницею, ми 31-ші. Як ви гадаєте, чому така різниця? Ну, во-первых, я думаю, что не стоит это сравнивать, потому что олимпийцы и паралимпийцы – это вообще как бы чуть-чуть немножко другое, и статус у них немножко другой. Конечно, безусловно, ребята просто красавчики, молодцы, они делают большую работу над собой и делают очень многое для страны, так как они попали, вот сейчас они поставили рекорд по своим медалям, за что им большое спасибо. Итог таков, что паралимпийцы всегда были лучшие, и они с каждым годом, ну, с каждым олимпийским циклом все больше и больше растут и привозят медали. Поэтому мы тоже будем стремиться к этому, чтобы увеличивать свое количество медалей. Но это зависит не от нас, а именно уже от нашего начальства, от руководства, от министров, ну и так далее. Дякую вам, Юрію, за цікаву бесіду. Бажаємо нашій країні нових перемог. Спасибо. Дякую.